Как заглушить турбину? Сейчас мы заглушили. Сейчас я покажу. Вот масляный фильтр. Масляный фильтр. Шла трубка. Вот она. Там мы трубку выкрутили. Купили болта. Такой резьбой, как была на трубке, медную шайбу и заглушили. Масло уже на турбину не поступает. Дальше будем делать, открутим здесь болт, потом я здесь уже открутил, здесь открутил, и это все уберем в стороны. Так, отсоединили вот этот патрубок, и вот патрубок тоже отсюда отсоединили, и в сторону его отнесли. Все, этот патрубок идет к турбине, этот тоже. Сейчас будем отсоединять вон там болты, которые идут на выхлопные газы и на коллектор. Так, вот сняли турбину, вот она. Вот еще один болт заглушили, и там, который я показывал, тоже заглушены. А вот трубка с этих два этих конца я заглушил болтом. Болты продаются. Вот моя турбина, я ее ремонтировал пару месяцев назад, на ней много не проехал, около 1000. Она у меня вот опять разломала, разбила втулки. Вот сюда у меня гнало масло, зашлаковало крыльчатку, ее разбило. Сейчас я хочу эту крыльчатку удалить и попробовать ездить так, с заглушенным подачей масла. Так, я ее раскрутил. Вот здесь вот я вырезал жестянки пластину, просверлил мне дырки и заглушил. Это обратка масла. Вот здесь подача масла заглушена. Вот здесь обратка. Я ее уже раскрутил на две части. Разъединил. Вот так она снимается. Вот. И сейчас буду вот эту крыльчатку пробовать снимать. Потом разберу здесь. И сниму вон ту крыльчатку. А вал все остальное оставлю. А вообще нам нужна только вот эта вот часть. Ну, турбину оставим, потому что сюда подается воздух. Сюда подается, сюда выходит. Чтобы все оставить на своем месте. Сниму только крыльчатки. Вот разобрал турбину. Здесь пришлось болгаркой обрезать. Вот куски, то что обрезал. Со второй стороны открутил. Ну вот здесь еще вот такая крышка. Сюда же положу, вырежу из металла что-нибудь круглое. Положу наверх. Здесь еще вот можно подрежу болгаркой, чтобы не попадало туда газы, не шли воздуху сюда. Здесь была вот такая вот шоссе крыльчатка, я ее открутил, резьба здесь в обратную сторону, то есть открутилась легко, снялась тоже легко. Здесь еще есть вот. Вот так она разбирается, но это мне как бы не нужно, потому что я буду назад собирать этот штырь. Вал тоже обрежу, ну и все, и буду собирать. Продолжение смотрите во второй части, там самое интересное.